Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на картодроме Ланата Картинг, где пройдет гонка. Также я выступлю в категории Pro, как и в прошлый раз. Но я сегодня поеду на мотоцикле 90-кубовом. Так же, как и в прошлый раз, с моими соперниками будут многократные чемпионы России. Итак, мотоцикл Кайо ТЦ-90. Что он может против мощных, суперкрутых, дорогих мотоциклов? Посмотрим в этом выпуске. Детский мотоцикл, на котором я приму участие в гонке. Кайо ТС-90, полуавтоматической коробкой передач, без сцепления, телескопической вилкой, как на велосипеде, и самым простым задним амортизатором без регулировок. Мы поставили сюда спецованные колесные диски и надели на них 12-ю резину ПМТ. Посмотрим, что этот мотоцикл может. Сегодняшние заезды у нас проходят в формате тайм-атак, то есть на лучшее время круга. Очной борьбы у нас нету, равно как и нету старта с места. То есть мы просто все выезжаем и показываем лучшее время. У кого самое лучшее время в нашей категории, тот и по итогам 4-5-минутных заездов становится победителем. Честно говоря, первый заезд просто запоминал трассу, прикатывался, смотрел, где лучше заехать, где какая скорость. У нас очень низко расположены подножки. Это технологическая особенность этой конфигурации мотоцикла. Естественно, это детский кроссовый мотоцикл, не предназначенный для мини-мотарда. И когда мы поставили 12-е колеса, я почувствовал, как подножки трут об асфальт, и очень много где разгружают колеса. То есть, когда масса переносится на них, из-за этого колеса скользят. Но, тем не менее, стараюсь как-то компенсировать телом, свешиваться больше. Думаю, выглядит красиво. Впереди нас ждет второй заезд 5-минутный, и посмотрим, что из этого получится. Друзья, вот и завершился наш гоночный день, если это можно назвать днем. Сейчас на самом деле глубокая ночь. У нас было 4 заезда по 5 минут, в рамках которых не было очных заездов, был формат тайм-атак, нужно было показать быстрейшее время. Нам очень было интересно, может ли вообще этот мотоцикл участвовать в настоящих гонках, потому что, напомню, Кайо ТС-90 – это кроссовая модель детского мотоцикла. Мы поставили на нее шоссейные колеса, сильно занизили. Собственно, может, это круто. В итоговом протоколе мы 6-е, мы последние, но мы очень круто кайфанули, оставили следы от подножек на асфальте этого картодрома и дали людям возможность почувствовать свое превосходство и обогнать двукратного чемпиона России. Отлично провели время, смотрите наши следующие выпуски. Всем пока!